Ну, ошибок много было. Мы об этом все время говорили. Мы когда в 2008 году, во время грузино-русской войны, мы тогда делали заявление о том, что следующий на очереди может быть Крым. И предлагали ряд мер, которые были направлены на то, чтобы предотвратить это. В первую очередь это произвести дезинфекцию во всех структурах власти автономной республики, а там все равно было нашпиговано российскими агентами. Второе, разорвать договор о пребывании Черноморского флота, или если пока не удается, хотя бы подтянуть из материковой части Украины примерно 20-тысячный военный корпус, ну, ничего-то не делалось. Мы говорили также о том, что там раздаются кругом направо-налево российские паспорта украинским гражданам. Это паспортами российские и российские танки. Так же было она, как и в Грузии. Практически ничего не делалось. При Ещенко это было, а через год, когда сменился президент, все делалось в точности наоборот. Главными врагами Януковича на территории Крыма были крымские татары. Синхронно работали ФСБ, СБУ, прокуратура, российская, украинская. Мы как перед крестным огнем были. Работалось на раскол Меджлиса, на дискредитацию Меджлиса. В 2008-м не так, но при Януковиче уже открыто было, потому что у него основной электорат это были пророссийские люди, русские, а мы открыто были против него.